тренер. Стоп, 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 стоп. Ты выходишь. Становись вот так. А еще сюда. А ты туда головой. Повернись. Вот. Повернись. Повернись. Ты сюда падаешь, ты сюда падаешь. Хаджимы. Стоп, 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 стоп. Хаджимы. Пошли. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sette. Otto. Nove. Dieci. Matteo. Все нормально. Хорошо. Я тебя прошу. Там проход в тренажерный зал и вешалка есть, и там тряпка есть. Принеси тряпку, чтобы мы здесь выглядели. Кто здесь? Знаете, что сейчас будем делать? А вы пока встаньте туда, уйдите. Значит, сейчас по одному, один здесь, другой здесь. Один кувырок, а посередине возвращаемся. Еще раз вам покажу, как кувырок делать. Отсюда шаг вперед, руки также ставим. Брать, голову убрать, я так вот. Вот так надо, я так ставлю. Раз за колени. Оп, все, и больше не надо. Прошел. Становишься сюда. Здесь идешь 2-3 шага делаешь. Шаг, ручки. Оп, и прошел. Одни сюда, другие сюда. Одни сюда будут, и другие сюда. Значит так, сейчас, одну секундочку, я подумаю. Так, отсюда. Ага. Сюда. Гриша, сюда. Вы молодой человек, сюда. Завтра я вас фотографирую, даже сегодня фотографирую. Напишу, пожалуйста, сюда, сюда, сюда и сюда. Сюда смотрите. Колонну, да? Ага. Значит так, мальчики, делаете сюда кувырок. А, нет, в эту сторону не делаю, только сюда делаю. Гриша, еще подвинься. Вот. Все, кто там первый? Пошли. Кувырок. Один, уну, оп, сюда, ко мне, пошли. И посередине делаем. Возвращаешься и вот здесь вот делаешь. Ты делаешь здесь, а ты делаешь здесь. Ты делаешь посередине. Ты делаешь здесь. Делаешь посередине один кувырок. И оттуда идешь один, один, один. Сначала да, кувырок, пять. Да. Один, оп, больше не надо. Цени женой. Кувырок и женой. Держим, держим, за колени держим. Только один. Так. Цени женуй, цени женуй. Никакой страховки. Боец, стоп, садитесь. Делайте кувырок и садитесь. Ага, Беня. Теперь у нас идет бросок через бедро. Через плечо. Идет бросок вперед. Значит, надо делать не кувырок, а страховку. Получается страховка. Показываю. Значит, кувырок. Шаг. Или на два, две ноги, если подпрыгнем, значит, с двух ног. Или с одной ноги. Это кувырок. А страховка идет так. Шаг. Рука идет колесо. Оп. Через плечи. Тебе нужно вставать. Шаг. Рука. Сюда, толчок. Посмотрите, видите ноги? Раз, два, и я встаю. Сюда, нога вперед. Раз, раз, оп, и встаю. То есть, ножка отсюда согнута, рука сюда. Хорошо, пошли попробуем. Паду, поеду. И пошли оттуда. Еще, стоп, посмотрите. Не так, а вот чуть-чуть развернуться сюда. Вот первый. И отсюда сюда. О, нет, нет, нет. Только отсюда делаем. Сюда просто идем. Здесь просто идем. Две. Если успеваешь, два раза. Не успеваешь, один раз. И сюда. Так, еще по трое. Один.
Хорошо, стоп, мотэ. А. Туда. Теперь смотрите. Значит, гопта джудо. Стойка фронтала. Стойка дерта шинга. То есть какая нога впереди, такая стойка. Теперь партер, сус, то есть высокий партер. Не здесь, а вот здесь. То есть я могу руки убрать, поставить. Партер жестко. Так, положение на животе, ложите сюда или сюда, на спине не так, а вот так, и подсоски мозг. То есть это в любой борьбе. Это мы потом повторим. А сейчас вы разберетесь и попробуете в любом месте, смотрите, передвижение. Значит, передвижение, спинка шедряха, смотрите, уну, вдоль. Что нельзя делать? Ну, лучше же, ну, ноги вместе. Крестить ноги нельзя, вот по такое движение нельзя делать, подпрыгивать нельзя. И делать шаг вперед. Сразу падаете, можете травму получить. Значит, передвижение, смотрите, уну, дой. Уну, дой, уну, дой. Раз, два, три. Попробуем. Пошли. Вот, сюда, 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 сюда. Ну, пошли, сюда. Смотрите. А еще, 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 еще. Да. И отсюда движение. Уну, дой, три. Уну, дой, поехали, поехали. Ну, плечо. Только так. Не ближе. Вот. Уну, дой, три. Сюда, сюда, сюда. Хорошо. Стоп. Вот это. И на инке, и на бой. Уну, дой, три. Так, смотрите. Уну, дой, три. То есть не сюда, а наоборот. Да как впереди, вот она лежит. Раз, два, три. И назад. Уну, дой, три. Ай, пошли. Смотри. По-японски такое очень красиво звучит, называется повороты. Тай собаки. Значит, в чем выражается? То есть вы боретесь, нужно подвернуться и сделать бросок. Поворот. Значит, нога к центру. Смотрите. Уну, дой, три. Уну, дой, три. Другой ногой. Уну, дой, три. И рынки находят. Уну, дой, три. Угу. Хорошо. Теперь смотрите. Смотрите. Уну, дой. Да? Уну, дой. Уну, дой. Уну, дой. То есть получается вход-выход. Значит, еще раз. Нога сюда переходит. Вот. Раз. Уну, дой. Через три. Дой, три. Попробуем. Возьмите вот линия. Отсюда движение. Уну, дой. Дой, три. Это получается, как будто бы вы стояли отсюда. Стояли отсюда, сделали. Оп, движение. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. Хорошо. Мате. Гриша сюда смотри. Значит, есть расстояние. Я, Гриша. Смотрите. Уну, дой. Партер, так, Гриша. Уну, дой. Три, партер. Уну, дой. Три, партер. Уну, дой. Три, партер. Уну, дой. Все, пошли. Разобрали. Привет. Так, идешь к нему. Нет. Иди к нему. Вы вдвоем. Вы вдвоем, вы вдвоем, вы вдвоем. Мочки, мочки. Большие шаги делают вообще. Большой шаг – это подсечка и упал. Шаг небольшой. Раз, два. Угу. Хорошо, мотэ. Гриша, сюда.
руки на плечи положим. Видите, вот руки на плечо, да? Значит, вот я держу руки. Что я делаю? Поворот. Uno, due. Хоп. Три, пар. Ножки чуть шире. Только я буду делать. Руки мои сверху. Значит, шаг. Рука идет под мышку. Раз, два. И поднимать, не бросать, не надо, в другую сторону. Раз, вот оно движение идет. Раз, два. И вышел. Три, четыре. Раз, два. Три, четыре. Вот такая. Пошли. Первый номер. Сейчас я. Ножки, ручки поставить, ножки.
Твоя задача захватить, нет, просто ручки держи. Захватить за туловище, це не торс. Все. Ну а рука, толчок, просто отсюда. Шаг вперед и захвати меня. Оп. Да, еще раз. Еще раз. То есть если вот так, то и считается. Тут нужно что? Снизу. Вот отсюда. Хорошо. Значит, для этого что нужно сделать? Возьми меня эту рукой захват. Вот он берет захват, а я, чтобы он не взял, беру отсюда. Раз, два. Теперь ты так же делаешь. Раз, два. Три, четыре. Да. Раз, два. Три, четыре. Раз, два. Три, четыре. Отжимаем. Пошли. Одно. Да, вот. Уно, дой. Уно, дой. Ну. Моя рука. Рука. Жестко. Ага. Хорошо, Матей. Другая рука. Симпеллятор. Стоп, посмотрите. Пальцы. Вот. Вот. Так вам улетают. Поэтому держите вот так отсюда. Да, вот, вот так можно делать. Да. Так, тебя говоришь, что зовут тебя? Как? Степа. Степа, смотри себя, Степан. Так, теперь смотрите. Одна рука сверху, одна снизу. Вот эта рука, вот смотри. Ты что делаешь? Эту руку ты снизу ставишь. Нет, наоборот. Ну, сюда вот. Как? Вот держи. Вот это я делаю. Раз, два. Видишь? Вот сейчас что нужно делать? Вот это. Раз. Видите? То есть мы вдвоем. Давай. Вот. Раз, два, три. Четыре. Одна рука снизу, другая сверху. Делаем раз, друг другу даем. Раз, движение. Два, три, четыре. Ну, пошли. Сейчас. Хорошо, вот это. Давай все вот сюда. Значит, еще раз. Во время борьбы не мотать головой. У вас есть руки. Руки будете так держать. Значит, сразу захват идет. Поэтому руки здесь. Вот так стараться. Вот, вот здесь. Не наклоняться, стоять прямо. Возьми меня за шаг, сделай шаг и захвати. Один ног. Давай, еще раз. Пошел. Давай. Еще раз. Видите, тихонечко. Вот раз, раз, стараться захватить торс. Думаю. Еще раз, вот аккуратно, стенка. Сюда чуть-чуть. Отжимаем. Стоп! Легли на живот. Понял, вот. Головой так. 15. Ашузей, да? Ашузей. Как? Ашузей? Ашузей. Не, по-молдавски. Флоте. Флоте. Чисто взять, что флоте. Уно, дой, три, патр, чинч, шасы, шапки. Оп. Ну, здесь встали. Если вы будете совсем наклоняться, бегать, я еще дам 20. Отжимаем. Руки только пальчики держите вместе. Пальчики. Thank you.